Здравствуйте! Сегодня я для вас приготовил кассетную деку от компании GVC, Japan Victor Company, модель TDX-401. Дека выпускалась в 1986 году, имеет две головки, два мотора, и, как и следует из всех моделей компании GVC, очень много удобных функций, среди которых поиск по паузам, автоматическое включение воспроизведения после обратной перемотки, проигрывание начала всех композиций на кассете для быстрого ознакомления с содержимым, поиск конца последнего записанного фрагмента для того, чтобы с этой точки начать последующее заполнение кассеты записями, автоматическое проматывание незаписанных участков кассеты продолжительностью более 20 секунд. А также у большинства кассетных дек GVC имеется красивый индикатор уровня записи, что мы также видим в этой деке. Давайте теперь попробуем произвести запись на кассету и далее эту запись прослушаем. Достаточно. Теперь воспользуемся функцией поиск по паузам. Перемотаем на начало композиции. Thank you.
все. Спасибо за внимание.